Здравствуйте. У вас это компьютерный магазин? Да, это компьютерный магазин, и у нас сегодня предновогодняя распродажа. Что бы вы хотели? Мне надо, понимаете, этот, ноутбук. Ноутбук? Нет, ноутбук мне надо. Я вас понимаю, вам нужен ноутбук. Да нет, мне ноутбук надо просто. Так, а вы откуда? Так я из Решеты, это деревня такая у меня. Ну все понятно. Ну хорошо, давайте, вам нужен ноутбук. А что там должно быть? А, это я знаю. Ну там нужен блюпуп. Вот, потом вот, что? Я не расслышал, еще раз. Блюпуп. 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 Там блюпуп надо, потом Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi. И фрешка. Фрешка обязательно? А да, это обязательно, да. Ну, молодчик, я вас понял. Вам, значит, нужен ноутбук, чтобы там был встроенный Bluetooth, Wi-Fi и еще дополнительно флешку. Вообще не так. Может, вы не поняли? Давайте я знаю уже, что говорю. Может быть, давайте еще раз, что ли. Значит, мне нужен ноутбук. Так. Чтоб там был блюпуп. Блюпуп. Wi-Fi. Wi-Fi. И фрешка. И фрешка. Ну. Кто вам это все сказал? Коля, я говорил. Можно ему позвонить? Да, конечно. Он у вас разбирается, да, в компьютере? Да. Он мне и сказал компьютер. Ну, звоните, звоните. Алло, 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 алло. Алло, Коля. Да, занят, наверное. Это, короче, как тебя зовут? Консультант. Консультант. Он говорит, что сейчас сам тебе все скажет. Ладно? Я сейчас на громкую связь поставлю, сам все скажешь. На, сам поставь, я не умею. Вы знаете, я боюсь вас огорчить, но у вас тут нет громкой связи. Потому что это пульт от телевизора. Так я, почему? Это же радость. Она меня огорчил, я его потерял. Да? Ничего себе. Спасибо вам большое. Давайте лучше продолжим покупать ноутбук. Да. Я вас понял, да. Скажите, пожалуйста, а вам для чего ноутбук? Для игр или... Для игр у меня домино есть. Как? У вас для игр все есть, да? А насчет батареи вопрос. На сколько батареи должно хватать? Ну, чтобы от осени до весны хватило. Потому что у нас холодно там в решетах-то, сами понимаете, ну, обмораживаются люди. Ну, я вижу, да. Конечно. Чего? Ничего. Такой вопрос, ну, просто личный интерес. Скажите, зачем вам в решетах ноутбук? Ну... А, это я знаю. Чтобы безразмерно использовать возможности блюпупа и коммутироваться с другими абонентами по всему региону России с помощью Wi-Fi. Ну, я вас понял. Значит, с абонентами удаленного доступа, да? Чтобы безразмерно использовать возможности блюпупа. Достаточно. Да. Я вижу, вы очень устали. Я вообще устал говорить это. Вот прошиб. Вообще. Я понимаю. У вас где отдыхают здесь покупатели? Что, простите? Покупатели где отдыхают? Отдыхают? Ну, у нас обычно покупатели не отдыхают, но вы ложитесь здесь. О, хорошо. О, как хорошо. Хорошо. Ножки далеко шагали, что блюпуп и фрешку покупали. О, полежу еще немного. Отдохнули? А что, спать нельзя? Нет. Давайте дальше покупать. Еще один к вам вопросик. Скажите, антивирус вам устанавливать? Так мне его в больнице установили уже. А, уже есть. Ну, все, не буду вас больше мучить, вы устали. Последний вопрос. Вы как рассчитываться будете, наличными или по карточке? А что, у вас по карточкам все еще? У нас-то отменили уже, все. У нас по карточкам только остались, немного совсем осталось. Хлеб остался, сахар, масло, одежда. Бензин, ну, в последнее время. Так, ну вот, пожалуйста, ваш ноутбук. А что, вот это? Да. А что, их два тогда? Ну. Слушайте, а давайте... Я телевизор-то себе возьму, а вот эти кнопки-то Коле оставлю, а мне... Да, ну, конечно, вы возьмите телевизор-то себе. Так что?
А мне зачем с этими-то? Коля, да, Коля, отдам пустяка. Конечно. А телевизор поставлю, вот, буду смотреть. Москва, блин. Москва, это вам не решеты. Не решеты, конечно. Смотрите аккуратнее, не поворачивайте спиной никому. Слушайте, ну все, мне пора. Да, ну значит, вы это берете себе, а это в клуб, да? Это, не, это себе, вот телевизор буду смотреть. А, да. Сериал. Угу. А вот это вот. Все, больше вам ничего не надо? Нет, все, мне просто надо ехать уже. Потому что мне из детского садика звонили. Сказали, что надо сына забрать хотя бы в этом году. Пораньше, да? Ну, пойдемте. Пойдемте, конечно. А? О, здорово! 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 Что делаешь? Я в город съездил, ага. Как в город съездил? Хорошо, хорошо съездил. Хорошо? Хорошо. Что купил? На 23 февраля-то? Ну? Купил эту. Вот, ноутбук купил. Видишь? А, ноутбук купил? Ноутбук. О! Видишь, здесь все, фрешка есть. О! Этот, как он, блюпуп. Блюпуп есть? Блюпуп, да. Это круто. Блюпуп. А этот Wi-Fi? Wi-Fi, все, купил я. Класс. Макрософак. Макрософак есть? Да. Windows? Windows, Windows. Круто. Да. Слушай, а что это? Покоцанный весь какой-то. А? Так он новый, видишь, крепкий. Я орехи-то ему туда ставлю. Красно. Понятно? Да. Ну, хорошо, хорошо. Давай, я тебя научу тут как пользоваться, давай, ладно? Давай. Смотри. Давай. Вот это? Так. Вот это? Да. Мышь. Где мышь? Вот мышь. Вы? Мышь. Да. Что делаешь? Что, мышь бью, что? Нет, она не живая мышь-то. Да понятно, не живая. Разлетелась по всему этому ноутбуку-то. А. Дохляк, рука крепкая у меня. Ставь палец. Куда? На мышь. На дохляка, что ли? Да. Ставь. Во, смотри. Ну. Видал стрелочка? Да. Видал? Да. Вот, веди, веди по дохляку. По дохляку веди. Ну. Веди. Видал стрелочка двигается? Видал? Все. Ничего, я думаю, что они ночами сидят, ничего не делают. Смотри, вон что, есть дело-то, видишь что? Во! Все. Все, давай, пока. А, спасибо тебе, да. Давай, все, спасибо. Все? Да, конечно, ничего себе. Это не все. Еще не все, еще? Ну, да. Что-то еще есть? Что-то? Там еще есть, да. Показать? Ну, давай. Смотри, мой компьютер. Почему? Это мой компьютер. Нет, вот мой компьютер. Это мой компьютер, я купил, деньги потратил, ты что? Вот, ярлык мой компьютер. Мой компьютер, ты что, не понимаешь, что это мой компьютер, я его я купил. Хорошо, вот. Хорошо, это твой компьютер. Ой, да. Твой компьютер, вот. Компьютер. Ставь на доклика. Да. Вот, веди, вот, твой компьютер. А, мой компьютер, видишь, написано? Да. Вот, теперь двойной щелчок. Что ты делаешь? Щелкаю, ты сказал, щелкай. Нет, по доклику два раза. А. Во. Открылось окно. Пойду закрою, а то что? Поздно же. Стой. Ка. Тут в макрософаге окно открылось. Понятно, говори, ничего не понятно. Что говоришь-то? Вот окно, видишь, два диска. Диск С и диск Д. А это я знаю, как у меня в правах. Ну. Вот, смотри, мои документы. Это мои документы, значит. Я понял, твои документы. Мой вот. Компьютер, мои документы. Все, это все, все, я понял, понял. Твой компьютер, твои документы. Да. Вот, твои документы. Мои документы, да. Да, все. Все мои документы здесь. А то я военник потерял. Военник потерял? Ну. Это когда ты с моста на тракторе упал? Не, когда с моста на тракторе упал, я трактор потерял. Ну, я не знаю. Давай это, создадим документ. Я ничего подписывать не буду. Ничего. Слушай, а это что такое? А что, в дисковод, что ли? Ты деньги прячешь, что ли? Нет, тихо. Что это? Заначка. А? Что это? Заначка. А, заначка? Видишь, не говори. Она не подходит, боится. А, баба твоя? Ну, конечно, тихо. А, нет, давай, ладно. Ну, давай, засунь. Ну, все, я пошел. Как пошел? Ты что? А что? Голых баб, давай. Кого? Баб голых. А, голых бабки? Чувачек, ты что ты орешь? Что? Ну, конечно. Не, ну понимаешь, чтобы голых баб смотреть, надо через интернет подцепиться специальными проводами. О. А, специальные провода-то я продал уже. Вот.
Ну, знаешь, что я тебе принес? Дис с эротикой. Че? Дис с эротикой. Че? Дис с эротикой. Я тебе дырку в бане принес. А, во! Ну. Так я это и хотел, че? Сразу бы дал ты. Это ты мне зачем тогда? Не надо? Нет, конечно, все. Все. А, подожди, подожди. Че там? Че? Заначку-то отдай. Бери, бери. Сейчас унесу. Давай. Бери, все, давай, бывай. Я пошел. А, подожди, мелочь-то там же еще у меня. Мелочь же есть. Ты забирай все. Да, конечно. Достань эту штуку-то, чего? А, вот. Забирай все, да, мне не надо. А, не все. Доставай, что? Что, не все у меня. Бери, бери. Я тороплюсь, давай. Доставай все. Во, сейчас. Да там вон, возьми, там у тебя уже лежит. Да вон, в пакет его возьми. Да и все. А, вот, есть же, конечно. Вот, а что? Спокойно. Во, вот она, да. Там еще олимпийский рубль у меня где-то завалялся. Подожди, сейчас. Не все, не все. Я тут клал его. Куда я не могу понять. А, я же в штанах его оставил, елки-палки. Ну что, я забираю? Да, забирай, все, и конечно. И тебе сюда нерро установить? Да. О, устанавливаю, все. Давай, мне рифму очень нравится. Же. Давай, рифму. Это покончу. Толя, давай-ка за гараж, а? Сколько мы с тобой его строим уже? Если б не пили, давно бы уж построили. А, хорошо. Ах, Толян, Толян, сколько мы с тобой уже, а, вместе? Досчитай. Детский садик, школа, ПТУ, армия. Завод, одна бригада. 40 лет уж. Да. Слушай, что ты один-то все? Один, да один, а? Ты уж сколько лет? 15 уже развелся, а? Сын у тебя растет, красавец какой. Мужик уже практически. А ты один все, а? Да я вот как раз пришел сказать. Все. Женюсь я. Да ладно! Да. Так это нам быть! Подожди, Борисович, не пей пока, не пей. Ты агрессивный становишься, не надо, не надо. Толя, количество. Да, ну ты знаешь. А? Знаешь. Да. Знаешь, ну знаешь. Подавщица? Ты... Да, ну нет, ну... А что, просто так с ней, да? Ну. Ха-ха, класс! А кто тогда? Ну, у нее родители тоже у нас на заводе, как бы... Дворничиха, тетя да, Валя? Да ну нет, ну что ты, я не знаю. Боже, а кто же? Да ну... Привет! Ох, Юлька, привет, дочь, привет! Юлька, ты представляешь, дядь Толя-то, ха-ха, женится, вот молодец! Молодец, Толя! Ой. Молодец, рассказал! А то я думаю, как папе рассказывать-то будем? Юль, что ты это, уже взрослая, что ты все у дяди Толи на коленках? Да знаешь, давай. Чё? Пускай сидит как бы. Чё? Чё случилось-то? Да не. Да. Не. Да. Я на твоей Юльке вот и женюсь. Ну-ка, Юля, сдрисни. Сейчас я с дядей Толей поговорю. Я тебе говорил, тебе пить нельзя, ты агрессивный становишься, чё? Пап, Толя хороший, он тебе гараж поможет строить. Он и так помогает мне строить гараж. А я говорю, без денег как бы по-родственному, чё ты? Ну ты, Толя, жук. Ну ты жук. Тебе сколько лет? Полтинник уже? Какой полтинник? 45 всего лишь, чё ты? А ей сколько? 20. 18! Ой! Ах! Ай! Пап, что с тобой? Ты поясницу прихватил. Ну-ка, сядь, ну-ка, сядь, а. Сядь, папа. Юля, принеси пояс из собачьей шерсти. У нас нет его. Неси ножницы, будем кобеля стричь. Ага. Ну-ка, сядь-то. Сядь-ка, поговорим по-мужски. Анатолий. Ты что, Толя, это серьезно это или что ты это?
Может, это передумаешь, а? А я тебе гараж подарю. Будем вместе его достраивать, только я уже буду тебе помогать. Нет, Андрюха, я Юльку твою люблю. Так, это... Во-первых. Поправимо. А во-вторых, гараж так и так мой будет. Ну ты жучара. Ты ж голодьба. Кое-как концы с концами сводишь, а? Как ты семью будешь содержать? Вас же теперь двое. Вообще-то трое уже. Кто? Ой, сердце. Ох. Пап, вот пояс из собачьей шерсти. Выбрось, неси корвалол. Ага. Ох, Толя, что ж ты наделал, а? Мы с тобой вместе ее из роддома забирали. Ну, сейчас вместе обратно в роддом поведем, че? Ну, Толя, а, друг мой любимый, задал ты мне задачку, а? Да че ты? Я всем ее обеспечу, я все ей дам, че? Чем ты, слесарь второго разряда, можешь обеспечить дочь слесаря шестого разряда? Пап, вот корвалол. Уйди, Юль. Пап! Уйди, иди, борщ приготовь! Ну, папа! Все, зайка, иди, приготовь борщ, пожалуйста, давай. Ты че? Руки не распускать! Я еще ничего не решил! Не решил? Че ты решал-то вообще? Давай Людку зови! В смысле, Людмилу Петровну. Маму зови. Че она скажет? Мама твоя ничего не скажет! Я сейчас вредно говорить, у нее челюсть сломана! Что случилось-то? Что случилось? Засада! Кругом засада! Нашла 18-летнего себе парня, говорит, люблю его! Чуть не убил ее, нафиг. Что, она с ума сошла, что ли? Не знаю. Она 45 лет, она что с малолеткой-то? Нет, ты как только узнаешь этого человека, ты мне сразу скажи, я ему лично башку отверну вообще. Это мой как бы тебе на свадьбу подарок. Спасибо тебе, зятёк. Чё, свадьбу-то где будете праздновать? Ну, в ресторане думали, если родители помогут. Чьи родители? Ну, её мои-то не могут, ты же знаешь. Ну, Толя, а? Бабочкой прикидывался, как яблочко созрело, сразу червячком стал! Ах, Толя, Толя, ах! Да что ты ходишь-то уже? Ходит. Что ты мечешься? Сядь, что ты мечешься-то? Грузило еще у меня, рыбалка завтра. Грузило, гайки такие медные потерял. Да какая рыбалка? Ой. Кольца-то купили хоть нет? А что покупать-то? Я сам выточил. Вот где мои гайки. Дочку у меня забрал. Хочешь рыбалку отнять? Я всегда хотел сына. Вот сына же не предаст никогда. Ты что ж, Колян, у тебя молодец. А у меня вот эти две... Одна, прости, Господи. Вторая вот на старичков. Колян вот у тебя. Молодец, да. Вот. Мужик Колька. Растет. Колька, да. Хорош мужик, даже непонятно в кого прямо. Дядя Андрей, здравствуйте. О, пап, привет. Привет, Колян. Я это узнать зашел. Тетя Люба дома? А что? Че это? Так что? Ну что, так получилось? Мы с тетей Любой... Чё-то у вас за семейка такая мерзопакостная, а? Лупите в одни ворота! Дайте отыграться! Коль, ты чё творишь-то? Ну, пап, ну так получилось. Ну, мы с тетей Любой по литературе занимаемся. О, ты господи! Коля, я в четверых сил инфаркт не смотрю.
Да, ну, она меня по Достоевскому подтягивает. Подтягивала и в койку затащила. Мы это, жениться собрались, я за благословением пришел. И... Сейчас тебя благословит отец родной. Давай, зятёк, оформляй подарок. В смысле? Заворачивай. У нас в семье мужики все слово держат. Давай. Она таблетки от давления еще просила. Тихо, сын. Я сейчас с тобой поговорю не как отец, а как пылко влюбленный мужчина. Беги, Коля! О, пап, а там беги, нет, Коля! Друзья, конечно же, сегодняшний наш концерт посвящен прежде всего вам, милые и прекрасные дамы. А есть в зале Людмилы? Люда. Хоть одна есть? Девушка, поднимайтесь на сцену. Итак, очаровательную Люду я забираю с собой, а мы продолжаем наш концерт. Гуляла возле башни, вдруг дали мне по башне и заточили в башню, и башня теперь болит. Еще вроде. Ладно, давай. Попасись пока, а то худой похож на палку, на красную. Я принц, а ты кто, красавица? А я принцесса, прекрасная дурында. Кто освободит меня, тот и обнимет меня. Согласен. Кто обнимет меня, тот и поцелует меня. Кто поцелует меня, того я в горницу поведу. Хорошо. Кого я в горницу поведу, того я спать уложу. Ну, что там дальше-то, давай в конце, что там? Кого я спать уложу, тому постель постелю. Ну давай, в конце не томи уже, чё. Тот и умрет со мной в один день. Мать, подожди, не торопись это. Отмотай. Отмотай обратно чуть-чуть. Секс будет у нас, нет? Что? Дети будут у нас, нет? Дети? Так, в горницу приведу, спать уложу, водой окроплю. Соловья разбойника победит, умрем с ним в один. А, это потом уже. Быстрее. Так, воды натаскает, массаж спины мне сделает. Во! Вот в районе массажа спины там это. Размасштабируй там это. Увеличь. Что там? А? Покурить на балкон выйдет. Вот между балконом и массажем спины. Что? Детишек ему нарожаю. Yes! Принцесса, выходи за меня замуж. Я бы с удовольствием, принц, но охраняет меня... Дракон? Нет, охранница Чопа. Но где она? Я здесь. Здрасте. Чопа. Принц. Двери берем, хорошие. Двери. Нет, двери мне не надо. Я принцессу хочу замуж взять. Так, иди, бери. То есть, что, можете взять? А да. В чем охрана заключается? Так наблюдение. Разговаривать вообще? Сейчас залезу по косе, да и все. Да если бы по косе лазить можно, я бы давно по ней слезла. А вообще все плохо, да, там? Ой, принц, ты пойми, не я тут все решаю. У меня, между прочим, начальство есть. Кто? Людоед. Паша! Что, взял двери? Да не берет. Здравствуйте, людоед. Принц. А что двери не берем? Крепкие, надежные двери, дешевые. Я беру, оптом возьму все. Потом, сначала
принцессу в жены, можно? Чё? Паша, Чё? Подожди, ты его не души, я за кого замуж-то пойду? Чё? 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 Ладно, давайте поговорим. Людоед, помоги принцессе спуститься. Принцесса. А как это у вас это так получилось? Сами не знаем. Технологии утеряны. Принц, давай присаживайся. Значит, вопрос назрел. Надо проблему решать. Есть такой вариант. Значит, я выхожу замуж за принца, а ты, людоед, берешь в жены принцессу. Так она ж дура. Кто дура? Она дура. А, она, да. Я не спорю. Я тоже когда-то дурой была. А сейчас посмотри, замуж за принца выхожу. Я не согласен. Я тоже не согласна. Я воздержусь пока. Значит, давайте я тоже вариант предложу. Я беру в жены принцессу, мы уезжаем в наше 39-е королевство. Чопа там все охраняет. А людоед на все королевство делает двери по утерянной технологии. Ага, а что я там жрать-то буду? Я же людоед. О, людоед. Людоед. Люда! Люда! Можно вас? Секундочку, пожалуйста. Аппетитно. И жили они долго и счастливо, пока у людоеда не закончилась Люда. Григорий! Что, Гераклий? Не ожидал? Не ожидал, Григорий! Гераклюша! Хватит, Григорий, поясничать! Ответьте-ка мне лучше на один вопрос. Есть у нас журнал по технике безопасности? Нет у нас журнала по технике безопасности. Тогда, Григорий, кинь мне эту кувалду! Ну, держи, Гераклюш! Казалось бы, травма неизбежна, если бы не песня о тебе. Если вас вдруг намотало на токарный на станок и все руки оборвало, это будет вам урок. Если чинишь трансформатор, тоже будь ты начеку, а не то жена получит вместо мужа барбекю. Гераклий, если слишком часто пьяный, любишь у станка стоять, это значит, скоро левой ты научишься писать. Джентльмены, давайте немножко повежливее и покорней. Если ты по стройке ходишь, без защиты вообще. Значит, в мире скоро станет чуть-чуть больше овощей. Если что-то непонятно в этой песне было вам, значит, мозга не хватает вам примерно 300 грамм. Человек, к сожалению, не репетирует.
усилия. Отрастите удачетные усилия. Верим в то, что наши предостережения вам помогут дели пальцы руки-ноги. Вам помогут дели пальцы руки-ноги. Вам помогут дели пальцы руки-ноги. Сбережения.